6 июня в России традиционно отмечают день рождения Александра Пушкина и день русского языка. Повсеместно проходят пушкинские чтения, диктанты, акции и другие мероприятия. В Комсомольском саду в день русского языка состоялся конкурс-фестиваль «Мой Пушкин». Поэты, писатели, барды и люди, которые просто любят творчество великого русского поэта, собрались в парке, чтобы попробовать свои силы в необычном соревновании. Участники боролись за победу в трех номинациях – выразительное чтение, авторская поэзия, и бардовская песня. Среди зрителей присутствовала и наша съемочная группа. Я вас люблю, хоть я бешусь, хоть этот труд и стыд напрасный, и от этой глупости несчастной у ваших ног я признаюсь. Стихотворение Александра Сергеевича «Признание», наверное, не раз применял на себя каждый влюбленный человек. Так чувственно и реалистично передал в нем поэт любовные переживания. Выразительно прочитать такое произведение весьма непросто, как, впрочем, и другую любовную лирику гениального писателя. Однако попробовать свои силы в этом конкурсе может любой человек. Главное – желание. Мы объявляем его как народный, потому что не ограничиваем участников. То есть здесь и члены Союза писателей, профессионалы, и члены литературных молодежных объединений, и те, кто любит читать Пушкина. То есть у нас есть номинация «Выразительное чтение», и еще барды со своими песнями, которые тоже украшают наше мероприятие. Конкурс проходит уже несколько лет подряд в один и тот же день, 6 июня. Любители поэзии так празднуют одновременно два праздника – День русского языка и Пушкинский день. Собираются здесь, как правило, люди, которые любят творчество Александра Сергеевича, а также начинающие уже состоявшиеся поэты. Мне именно хочется, наверное, больше потренироваться на публике, в принципе, читать стихи, в принципе, выступать на публике, потому что я знаю, что у меня с этим проблемы есть некоторые. Но я второй год уже участвую, в принципе, в этом конкурсе. Мне, в принципе, интересно, и я люблю поэзию, люблю творчество Пушкина. Были на конкурсе необычные чтения поэзии Пушкина. Одна из участников фестиваля, Эрика Полякова, продекламировала на английском языке любимое многими стихотворение Пушкина «К», более известное по первым строкам «Я помню чудное мгновение». The wondrous moment of our meeting, I will remember you appear. Before me like a vision fleeting, a beauteous angel, pure and clear. In hopeless inner surrounding, the world a bustle to my ear. For long your tender voice kept sounding, for long in dreams came features dear. Девушка первый раз принимает участие в конкурсе, но сразу смогла удивить жюри своим необычным подходом. Это наш поэт российский, то есть это наш день, по сути, России, великой страны. Ну и то, что тот факт, то, что я учусь на филологическом, меня тоже подталкивает. Да и плюс я очень люблю российскую классику, русскую классику, и я очень люблю наших поэтов. Поэтому я решила попробовать в этом направлении почитать тоже стихи. В целом же атмосфера на мероприятии, несмотря на дождливую погоду, была теплая и дружественная. Участники поддерживали друг друга аплодисментами, а зрители и прохожие наслаждались поэтическим вечером на свежем воздухе. Анна Муслимова, Максим Мещеряков, Вести 34.